Ну, а каждый лайк под этим роликом будет равен одной голде. Сколько лайков соберете, столько голды и получит кто-то из вас. Ребята, для участия просто смотри этот ролик от начала до конца, без перемоток. Также подписывайся на мой канал обязательно с колокольчиком. Ставь лайк, блин, и оставляй комментарий. Стрим ID в Standoff 2. Все просто, ребята. В общем-то, ребята, всем желаю удачи в конкурсе. И всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Rush, ребята. Сегодня со мной моя напарница, союзница и по совместительству девушка, но в первую очередь, конечно, напарница и тиммейт Анастасия. Привет. Да, тихо, не стреляйте! Не стреляйте. Также с нами сегодня Кумиридзе и его девушка Оля, ребята. Всем привет. Сегодня мы, ребята, сыграем 2 на 2, так сказать. Битва титанов, просто две девушки, два друга, блин, ну нифига себе. Короче, битва семейств, битва семьями, да, брат? Да. Получается. Ну, ты готов? Честно, да, ты можешь не стрелять! Что, да. Ребята, в общем, сразу лайк, подписка на канал, обязательно с колокольчиком. Мы их еле уговорили, правда, поэтому мы долго ждали, чтобы этот ролик за вас записать. Надеюсь на вашу поддержку. Ребята, все, всем приятного аппетита, приятного просмотра. Ну а мы, Настя, давай все вместе, вместе, вместе. Погнали! Так, ребята, я с айпэда, Саня с телефона, Оля с компьютера, Настя тоже с компьютера, но битва предвещает, короче, быть реально годной и интересной, поэтому усаживайтесь поудобнее, смотрите обязательно до конца. Да, да, да. Все, 3, 2, 1, Настя, начала. Короче, твоя главная задача — говорить инфу, пожалуйста, говори инфу. Ты чё? Так, что брать? Пистолеты. 5-7. 5-7, да. Снаряжение. Ничего не берем. Ну да, ничего не берем. Гранату можешь взять еще. Я не умею пользоваться гранатой. Пошли за мной. Ну ладно. Так, я бегу за тобой. Да, погнали. Мы играем только Б и Тёмку, Настя. Только Б и Тёмку. А ты предупредил ребят? Ну, ребята знают, я думаю. Настя, там кто-то! Меня Оля убила! Она справа. О, хорошо! Пятюнечку. Нет, Саня, с телефона, раз мы пистолетку проиграли, это плохо. Окей. Че брать? Окей, так, давай, возьми дробовик, наверное. Что это? Тяжелое оружие, вот, выбери любой из этого. Ага, все, это вблизи, Настя, если что, стрелять. Это плохо, лучше бы я пистолет тогда взяла еще раз, я бы вынесла их. Не-не-не, я сейчас выиграю. Блин, если Оля сейчас пушку взяла, она может раздавать. Вы же, блин, быстро учитесь, девочки, да, ты не сиди со мной в одном месте. Так ты же сказал. Иди на Б. Ой, Тёмка есть. О, она там кто-то есть. Да-да-да-да-да. Блин, мне страшно, Настя. Я сегодня не разминался, не играл. Тут они, слева, слева. Да блин! Капец, кумир! Справа, 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 зай, справа! Справа, убьешь, 100 голды тебе дам. Гоу! Чего я творю с телефона, псих? Я думаю, сейчас вообще ни одного не убью. Все нормально, все, мы живем, ребята, мы живем, мы в порядке. Снаряжение обязательно брать или я могу лучше петуха взять? Петуха можно взять. Ну, вообще лучше снаряжение, конечно, брать. Ладно. Ну, извините. Да все, заберем сейчас. Два раунда, это так, мы поддаем. Самое время почесаться, Настя. Да бруй, все, что я тебе что, виновата, извините меня. Я... А можно покрысить, посидеть, подождать, пока ко мне сами придут? Да. Они идут. Куда? Они с лонга. А что по-русски? Длина. И в Тёмке, кажется, кто-то есть. Да, в Тёмке кто-то есть. Да, там сидит. Да что этот кумир делает? Он в кармане, в кармане, в кармане, вот тут. Да твою мать! Почему ты меня убиваешь, а его нет, Настя? Я не знаю. Мне это не нравится. Так, не закупайся сильно. Сколько у тебя денег? 2700. Так, let's go. Блин, что-то не чувствую. 3-0. Каберу. Капец, мне кажется, я волнуюсь просто. Ну, я ладно, тоже. Все, Настя, аккуратно играй. Как надо играешь было... против меня? Против меня ты выигрываешь, значит. А их даже убить надо не было мне за террористов идти. Так. Я не люблю бомб, хочешь бомб? А он там, ты убил. Кумира забрал. Ты убил! Кумира забрал, осталась Оля. Ты одна осталась. Уйти раз был. Да. Да, будь в Тёмке. Да, да, да. Капец, я долго целюсь. Ой, молодец, все, Настя осталась. Живи, одна. Сейчас а она пойдет пачку ставить, она по длине, по длине, по длине. Она может быть в планете аккуратно. Ну, блин, вот эта штука там, вот она, короче, за стеной. То есть мне выходить, да, из пока стенки? Не выходи, слушай. Слышишь ее? Она, кажется, где-то справа у тебя. Да. Наведись на голову, повыше. Как она меня сейчас убьет. Тихо.
попытаюсь быстро выйти. Сколько у меня времени? Минута еще есть. Зачем ты это делаешь? Сейчас, подожди, сейчас она выйдет. Спалилась. Сюда. Откуда она стреляла? Она разве не в сёмке? Здесь. Ну. Она здесь. Let's go! Можно тиммейта другого пожожда? Ты сам первый этот дал, алло! Так я убил хотя бы. Сейчас будем использовать мою любимую тактику. Rush lock. Да как, я не понимаю, мне страшно, я будто волнуюсь очень сильно. Мы против кента АПК и Анетки играли, все было норм. Ничего норм не было. То есть, блин, на катках обычных ты плюс отыгрываешь, а тут кумира перестрелять не можешь, и кумириху. Аккуратно, он может там с прицелом стоять. Тебе в рифму ответить? Хорош! Молодец! Она там! Была. Да, все, Саня, с телефона я его подожму сейчас. Зачем ты знал, что он может там стоять? Я только выглянула, вот написал чуть-чуть. Господи, ну вот есть лесенка. Ты убил? Был, ты хотела сказать. Да, я убил! Йоу, первый раунд! Бдынчу. Что? Бдынчу? Да, я без брони, кстати, был вообще. Я тоже без брони. Все, броню покупаю. Все, купила, молодец. Без брони, а чего ты обманываешь? Да и сейчас купила броню. А, все, ладно. Ёлки-палки. Так, не лезь сильно, сейчас я подожди, прокину. Я пошла в чёмку. Опа. Флешка аккуратно. Прокинул. Эй, ты сел на мое место, это моя тактика была. Ладно, я пошла. Ладно, сиди. А мне А был в тёмке, аккуратно. У меня... О, чё? А кто Оля наверху была. Кумиридзе и Кумирдзе, это как их различать? Кумирдзе это Саня, Кумиридзе это Оля. Я, получается, Оля убила? Подожди. Да это сложно с телефона попасть, вы что? Йоу. Смотри. Ты что, серьезно? Да, реально, я волнуюсь, все, извините, пожалуйста. Извиняю. Блин, можно было и не извинять. О, реально, трясутся руки, у меня они же вспотели, как эти. Все в порядке, расслабься, все, мы выигрываем. Все, мы их выигрываем, ребята, ради вас мы выигрываем их. Все только ради вас, братва. Там был кто-то в тёмке. Ну-ка, вылазь. Молодец! Я умер. Короче, в доме. Моя баба. В доме. А, нет, не в доме, он вылез, я его убил. Моя баба! Ну, прости, девушка. Люблю тебя, моя. Пососите. Можно так говорить? Нет. Вырежи, Артём. Да, не вырезают. Это стои, друзья. Алло, в смысле? Это война. На войне нет друзей. Ну, я осуждаю такие высказывания. А что это они меня убивают? Ладно, отсоси, Саша. Побежать быстро. Оля, я не могу сказать, она девочка. Забрала. Вот. Молодец! Нет, не перестреляла! Тихо, где он? Он в тёмке. Тихо. Он меня в тёмке убил, или она... Я не понимаю, кто есть кто вообще. В тёмке. Да, ты чё? Да, стреляет из тёмки. Вон, на лестнице. Чего? Ты подводишь нашу семью. Подожди. Доп-бари-доп-бари-доп. Топ-пари-топ-пари-топ. Эй! А чё? Так давай, все, мы 4-4 тебе сравнялись. Так я оружие. Купайся быстрее, алло! Я думала, не поняла, что произошло. Что произошло? Броню! А почему что-то сменилось? Броню, все, молодец. А что сменилось? Да ничего не сменилось, ты же умерла. Ай, меня же убили. I'm sorry. Ой, ты куда пошел ты меня подставлять? Я почему-то подумала, что у нас... О, здравствуйте! Ну все, не могу я ничего. Пила, все, сиди там. А пачка я почему-то подумала, пачка что у нас произошла смена сторон. Нет, следующая будет. Видел это? Да, Саша! Да что ты орешь? Куда ты с Авиком на айфоне, он на телефоне с вами лезет? А почему ты... Ценный? Да, я же первый убила, хорошо. Ну а, просто я лучше убил, наверное. Я тебя умоляю. Ты... Террористов сложнее, чем ДК. О! Зашуганная. Зафиксировано. Мама, ты видишь, что происходит со мной здесь, да? Маруся, это она. Сейчас пистолетик надо срочно. И купи. Ну, или броню, снаряжение, вот. Принеси вот это тут, все, назад. Как ты быстрее говоришь? Я пистолетник. Не хватит денег. Алло, куда ты выходишь? Ну быстрее! Беги, все. Да, ты стеком? Да. Можешь. Ты у меня умница, боюсь, давай. Боюсь выходить, если честно. Не ссыкуй, малыш. Все нормально, малыш. Но пистолетку проиграть нельзя, иначе мы несколько раундов им так отдадим. Тут кумир, походу. Оба. А это Оля. Смотри. Кажется, это Оля. Где?
Настя, они меня жмут. Одного взяла. Хорошо! Боя вот же. Все, кумир, у меня забирай. 16 хп. У меня тоже мало. Вдвоем. Вдвоем с двух сторон. Он меня убил. Настя, убей, пожалуйста. Его. Справа. А где он? А, блин! Можешь. Да тихо! Нет. Давай! Патроны! Прыгай, патроны! Я капец, опять как лов слил. Да, вообще, только из-за тебя и слили, получается. Капец. На, бомбу забери. Хорошо. Купи, наверное, я не знаю. Юмп. Дробовик. Юмп, ну, ну, юмп говно, на самом деле. Нормально. Ну, я бы дробовик взял. Например. Иди, бери дробовик. Я же тебе бомбу отдала. Так, скинь еще раз. А я сейчас дробовик скину. Не-не-не, G нажми. У тебя дробовика нету. И теперь Т. О, имба. На свит. Все, я подобрал бомбу. Местечко какое-нибудь. Он там где-то находится. Там чисто в темке? Я откуда знаю? Посмотри. Вот смотри, вот дом, вот дверь. А я, значит, могу. То есть меня не жалко. Тебя не жалко. Ты че? Да ты че? Да все катки я выношу, Дэн. Да хватит меня так называть. Они там, они в лабиринтах, где бочки. Минотавра? Давай ты там. А, он с дробовиком. Сами, у меня 6 кп, мне гг. Помогай. А кто остался? Хорошо. Осталась у Оля. Оля, 14 снес ей, она вот тут, справа. Молодец, ты моя сладкая, да ты мое солнышко. Ой, я хотела пафос, но ты, блин, как всегда. В смысле я? Ладно, молодец, зайка, молодец, молодец. Все, начинается. Это my girl, это my bitch. Ой, ну ты поняла. И my girl, и my bitch. Вот такие терпения. Попадешь зато, два раза убьешь. Ну давайте, выходите. А, у него еще патрон. Лена, я сейчас сидеть буду крысить, походу. Как и я. Видишь, тоже сижу крысить. Вот так надо. Ладно. Они на лестнице, наверное. Настя, мне страшно. Мне тоже. Я потому что... Настя отыгрывает лучше, чем я, чтобы... Ага, ты на счет посмотри. 8-6 у тебя счет. А у тебя? 6-6. Пойдут. И смотри. Займа, это можно. Ты топаешь, да? Да. Короче, пошли. Не с сыном. Пошли. Кумира боятся в лес не ходить. Ну, в смысле, волка. Олю забрал. Тихо. Нашел? Фуловый, фуловый. 99! Ой, молодец. Бомбу поставь, бомбу поставь. А как? G и E. Ну, все, уже не успела. Ну, мы выиграли. Да. Просто, если бы ты бомбу поставила, нам бы больше денег дали. Забирай бомбу. Ты чё? Тремор. Что? Тремор. Ну, руки трясутся. А где они сидели по итогу? В тёмке. А я же следила. Ну, они там в углу сидели. Ой, крысы вонючие, боятся нас, боятся. Так, тихо. Ну, ты мне всё переградил. Тёмка есть. Саша! Да они... Да что они творят? Тихо! Согласен. Да, ты не в того стреляла. А в кого? Ты в тёмке стреляла? Да. Прикол в том, что я стреляла, типа, нормально. Блин, я кумира где-то слышал здесь рядом. Но понять не могу, где он сейчас. Так, мы террористы, так, да? Ладно, я чуть тебя не убил. Как же телефона неудобно вообще. Они где-то слышат. Я слышу. Он где-то... Подожди, я все-таки... Мы точно Олю убили? Да. Ой. Да это я. Я видишь, понял, какая он, реакция? Он здесь сидит, сидит в ребра. Видишь, какая реакция? Бам, в кармане, Настя! Что такое карман? Карман это вот тут вот, за лестницей слева. Слева там вот этот вот карманчик такой, вот тут вот, прям за этой лестницей. Прям за этой лестницей, да, слева. Убей его, пожалуйста, убей. Молодец, молодец. Моя, моя мадама. Да заберите эту бомбу от меня, я не просила. Не беги на нее тогда сейчас, подожди, я заберу сначала. Господи, эти бомбы ваши. О май, какая она пафосная. Я не понял, в смысле 10-6 до сих пор? Почему я? Ну, конечно, она сидит на респе просто, никуда не идет. Я? Ну да. Ну да. Это залог успеха. Тебе в ритму это... ответить, алло. Это залог успеха и успешной игры. Да ш... А я в кого-то стреляла. А Саня на респе у себя. Все. Имба! Найс! Ах, ребята, ребята, да уберите эту бомбу! Найс, 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 найс! Пам-пам-пам-пам-пам-пам! А мы до 10 играем? Да, осталось один раунд. Сейчас как заберем? Ну давайте! Ну, Денис, выходи, выходи! Смотри, Тёмочка. Они тут оба в пункте.
Блин, я флешки забыл купить. Ладно. Пленту это что? Пленту это где ставят бомбу, Настя. Так, Оля вот тут. А, нет, это Саня был. Забрал? Ой, мы выиграли! Мы выиграли, Настюша! А начиналось как-то не очень, да, скажи? А начиналось так красиво, как у Шекспира. Ну что, ребята, надеюсь, вам этот ролик понравился. Вот такая вот дуэлька получилась, ребятки. Блин, ну капец, тяжело, потно, Халима. Ребята, сказали, что возьмут реванш. И ждите вот в ближайшее время. Да, у меня на канале. На канале реванш, блин, заходите. Смотрите просто обязательно, потому что у них тоже получилось попадово. Клёвый ролик. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Настюха, мы команда. Оля, Саня, вы команда? Мы команда. Дайте пятюню, кулачка друг другу. Друг другу, дайте. На камеру, друг да. Кулачка. Все, взрыв. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. А, прямо сейчас тыкай на этот ролик, ведь он получился очень классный. Я над ним очень старался. Смотри его до конца на Настином лице.